Поступил на ремонт телевизор с такой проблемой. Мигает индикатор дежурного режима, и телевизор не включается. Телевизор Sanyo CE21FS2. Разобрала телевизор. Тут очень много пыли. Итак, смотрю на предохранитель и вижу вот такое. Намотан толстый кусок провода. И первым делом надо будет проверить вторичную цепь блока питания, так как, возможно, там может быть замыкание. Проверять я буду в этих местах, которые выделены красным цветом. Так, короткого замыкания нету. Проверю вот эти 4 конденсатора во вторичке и 2 конденсатора в первичной цепи блока питания. Так, был обнаружен вот этот конденсатор C615. Это 22 микрофарата на 35 вольт. И ИСР у него должно составлять около 1,5 Ом. В данном же случае у нас 63 Ома. Также были обнаружены значительные микротрещины в пайке. Все это было пропаяно. Вот на данном рисунке вы видите примерно, какие напряжения должны быть в блоке питания, а именно на четвертом выводе микросхемы. При включении же телевизор теперь вообще не подает никаких признаков жизни после замены конденсатора. Сетевое напряжение у нас присутствует, 300 вольт. А вот напряжение питания самой микросхемы, четвертый вывод, отсутствует.
Итак, пришел я к такому выводу, что необходима замена микросхемы. Так, микросхема уже запаяна. Записать я это забыл. Я включил просто на запись телефон. Так, подцепляю все необходимые кабеля. И устанавливаю на место предохранитель. Видимо, индикация питания у нас есть. Светодиод больше не мигает. Неисправность оказалась в данной микросхеме. Скорее всего, произошла она из-за ушедших параметров конденсатора. Сейчас необходимо будет настроить телевизор и окончательно проверить его работу. Так, телевизор у нас работает. Сигнал с антенны не самый хороший. Каналы переключаются. Ремонт телевизора завершен. Всем спасибо за внимание. До свидания.